Как сделать фотографию черно-белой с помощью Photoshop? Самым простым способом обесцветить фото является изменение цветового режима с цветного на черно-белый. Для этого необходимо перейти на вкладку «Изображение» и в списке «Режим» выбрать команду «Градации серого». Однако данный метод не всегда подходит, так как он не дает нам контроля над конечным результатом. Еще одним простым способом изменения цветов фотографии является ее обесцвечивание. Для того, чтобы обесцветить фотографию, необходимо перейти на вкладку «Изображение» и в списке «Коррекция» выбрать команду «Обесцветить». Вы также можете воспользоваться сочетанием клавиш Shift плюс Ctrl плюс U. Также для обесцвечивания фотографии вы можете использовать способ смешения цветовых каналов. Для этого необходимо перейти на вкладку «Изображение» и в списке «Коррекция» выбрать команду «Микширование каналов». В открывшемся диалоговом окне находятся настройки количества цвета в каждом из цветовых каналов изображения. Установите галочку «Монохромный». Данное действие изменит исходящий канал из красного, зеленого или синего на серый цвет. Иными словами, теперь происходит смешивание трех каналов в один. Нельзя не заметить, что полученный результат полностью соответствует примененной ранее команде «обесцветить». Однако теперь мы полностью контролируем процесс и можем регулировать изображение так, как нам нужно. Для этого достаточно поменять положение ползунков, соответствующих каждому из цветовых каналов. После того, как вы получите желаемый результат, нажмите кнопку «ОК». И, наконец, последним способом изменения цветов изображения на оттенки серого является внесение изменений в параметры яркости и насыщенности. Для того, чтобы настроить эти параметры, необходимо перейти на вкладку «Изображение» и в списке «Коррекция» выбрать команду «Цветовой тон насыщенность». Вы также можете воспользоваться сочетанием клавиш Ctrl плюс U. В открывшемся диалоговом окне измените положение ползунка под параметром «Насыщенность», сместив его в крайнее левое положение. Как вы можете заметить, изображение обесцветилось. Теперь, изменяя положение ползунка параметра «Яркость», вы сможете установить необходимое значение яркости для изображения. После того, как вы получите наилучший результат, нажмите кнопку «ОК». Таким образом, экспериментируя с параметрами цветовых каналов, а также применяя стандартные команды редактора Adobe Photoshop, вы легко сможете обработать цветную фотографию, оформив ее в черно-белых тонах.